Что ты говоришь, Дима, еще раз? Гагабугами, гигага, лугабуги, гарабуга, загегеге. Ага. Вот так начинается, вернее, не начинается, а продолжается наш день. Дима, не трогай там ногами, сейчас стакан упадет. У нас уже наступило утро. Дима, тихо. Мама разговаривает. Кушай. Дима покушал хурму, поэтому изляпанный такой весь. Мягенькая была хурмушечка, да? Вкусная? Кушаю. Перчик теперь кушает. Вот, вот так у нас. У нас уже день, мы ждем. Ждем этого разборщика кухни. Вот так у нас все стоит тут. Все. На столе стараюсь, чтобы это место было побольше. Но там посуда. Часть посуды, скорее всего, уберу я. Вот. Тут вот тоже. Что там тебе? Нормально? Тут тоже. Ой, сил нет вообще. Тут тоже, тут. Короче, вот так вот все у нас лежит. Все это еще я буду убирать. Мама принесла с утра коробки. Я их занесла, но нужно все вот это вот все сложить в коробке и вот это сложить. Вот. Пока что сил просто нет. Просто нету сил. Тут в Инстаграм, смотрите, у нас есть. Добавила я новый пост. Вот. Да, Димочка кушает. Что я хотела показать. Вот, вот так вот штатив у нас тоже занятой. Там лежит, висит, вернее, важный пакет с всякими мешочками, салфеточками. Короче, всем таким, то, что может понадобиться. Прям под рукой, которое должно быть. Ему я его положила, его чехол. Не знаю, возможно, его уберу. Если он мне будет мешать, чтобы он не просто пылился. Так, тут я уже все перенесла, все убрала отсюда. Только вот коробка одна осталась. Белье мокрое, влажное. Переехал туда. Холодильник работает, все супер. Его так тащили, я боялась, что он сломался. Так, здесь меня тоже все выгребли. Да, помните, здесь стоял стол. Вот сюда будет складывать кухонный гарнитур разобранный. Переезжать будет сюда. Вот. Ну, тут, конечно, угол полностью завален. А, цветы, да, цветочки я все полила. Тут тоже немножко освободила я. Здесь у нас одежда лежала. Ну, на тот случай, если он не сможет сделать дорожечку, которую я смогу подобраться. Цветы я все полила на всякий случай. Вот, смотрите, это вот гибискус, его я уже пересадила. И вот здесь вот тоже. Вот еще два кусточка осталось пересадить. Я решила сначала два, думаю, если вдруг они пожелтеют, значит, я что-то сделала неправильно. Вот. Ну, уже неделя, две, наверное, прошло. Я даже уже не помню, когда их пересаживала. Вот, авокадо, его тоже надо пересаживать. У меня там подсох немножко. И, конечно же, он переехал в другой стакан побольше, потому что у него много корней. Тоже всех полила. Тут все полила, полила. Тут смотрите, какой классный. Маленький такой прям. И двойной. Двойной. Поэтому пока пусть сидят. Сейчас мне даже места некуда пересаживать. Тут вот мой здоровенный авокадо большой. У него, кстати, косточка начала чернеть. Была такая классная. Я прям так гордилась этой косточкой. Она мне так нравилась. Ну, что-то. Тут еще один у нас почка лезет. Одна. И вылезло уже. Раз, два, три. Три штуки. Четвертая уже лезет. Декабристы мои прямо вон разрослись. Молодцы. Убраться никак не успеваю. Там вон цветочки. Чуть-чуть. А, у них еще выпустились цветочки. Короче, так вот. Гибискус, он так и не цветет у нас. Его надо опять, я буду обрезать. Вот эти вот росточки. Посмотрим. Может, тоже, наверное, так же поставлю. Их водичку там проросли уже те. Эти, не знаю, какой-нибудь. Один оставлю себе, один... Может, продам куда-нибудь или что-нибудь. Короче, так вот. Синтезатор сюда встал, обои. Потому что они могут понадобиться. Тут мусор.
И тут у нас вот все разобрали, все уже убрали. А, помыла я плиту, помыла. Хотела поставить сначала камеру, но пока я мою. Но что-то устала. Блин, не могу. Очень сильно устала, очень. Пока вот это все разбирала, все пусто уже. Все, отсюда вот тоже все съехало. Вот. Не знаю, очень сильно надеюсь, что когда он ее разберет, сможет ее точно так же и собрать тоже. Без проблем, очень надеюсь на это. Духовка тоже съехала. Здесь, смотрите, машинка стояла. Так, ну вот это, конечно, у нас штуковина свекровь сделала такую фигню. А у меня стояла стиральная машинка, и сбоку я складывала пакетики. Ну, из-под огурцов, например, покупаешь огурцы, бананы, да, вот эти пакетики остаются. Я знала, что они сухие и чистые, туда я складывала. А свекровь тоже начала складывать их туда. У нас складывала все время грязные какие-то. Все время какие-то грязные. Видимо, вот один раз попалась какая-то совсем грязная, с чем-то там непонятным. И... Что-то там Дима уже баловаться начинает. И что-то там вывалилось. Я помню, что у меня на кухне была очень сильная вонища, но я не могла понять, откуда. А сюда я не догадалась. Ну, я заглянула, что-то ничего не увидела. Типа такая, ну ладно. Ну, нету и нету. Вот. А потом, когда начала здесь уже высохло все, начала убираться, и вот тут выяснилось. Здесь вот балка стояла, здесь, смотрите, тоже очень грязно. Ну, вот там тоже. Ремонт так себе. Вот. То есть нужно мыть все хорошенько. Буду стараться мыть. Там я немножечко перемыла, я говорила. Вот. Ну, здесь в углу. Ну, и, конечно, вон там. Пыльно. Хотя они съемные, снимаются. Но очень сильно пыльно. Вот так вот. Сегодня 20-е, это что там, февраля, что ли? Февраля, но ролик, наверное, с опозданием выйдет, не знаю. Сегодня день рождения моего братика, братишки. Жалко, не виделись мы с ним уже так давно. Он живет очень-очень-очень далеко в нашем же городе, но далеко. И работает такая работа, не могут второго работника найти, чтобы они работали, допустим, два через два, там, ну, посменно. И из-за этого, что они, ну, мне кажется, они просто не ищут. Он работает целыми сутками, практически живет на работе. Из-за этого мы не можем с ним увидеться никак. Очень обидно. Мы уже не виделись, наверное, года полтора-два. Он обычно зимой приезжает всегда после Нового года или перед, не помню. Вот. Ну, из-за них мы никак не видимся. Обещает, обещает зимой, а тут теперь этот коронавирус. Говорит, ну, так и так, вроде. Не хочу рисковать. Сказал, что возможно летом увидимся. Вот. Надо самим ехать к ним. Жалко, у нас машины нету. Вот. Все, ждем. Ждем. Вот так проходил наш день. Все носила, коробок не хватало. Я просто брала по несколько вещей и относила туда в комнату и раскладывала. Хотела сказать, разбрасывала. Раскладывала. Здесь еще, кстати, пыльно. Вот. Вот. Не знаю, сколько он по времени сегодня будет разбирать. Он должен был прийти, кстати. Он должен был прийти в 12. Ну, хорошо, что он немножко опоздал, потому что у меня тут еще оставалось. И мы уже зимой просто не спеша все это разложили. Потом же у меня еще здесь вот фильтр. Мама принесла с утра в коридоре, оставила фильтр. Я искала барьер для... Ну, это сменный диск для фильтра. Очень долго искала. Думала, придется идти покупать. Нашла, оказывается, он перед носом лежал у меня. Вот, заодно живопись свою нашла. Хочу порисовать, может быть, на выходных. Сегодня Димочка пойдет к бабушке. А я могу сегодня вечером или завтра, может быть, порисовать. Но у нас, да, единственная проблема. У нас стул, вертушка. Не успел заехать туда. Не успел. Не знаю, завтра мастер. Ой, не завтра, послезавтра он придет. Может быть, затащит, или, может быть, мама сегодня вечером придет, что-нибудь придумает. Вот, его можно было бы, конечно, через верх вот так вот протянуть. Мне кажется, там нужно соединяться.
Вертушка старая уже. Посмотрим. Без него, конечно, мне очень неудобно. Привыкаешь на вертушке. Вот. Короче, так у нас дела такие.